Хотите по-настоящему отдохнуть и оздоровиться? Значит, пришло время паковать чемоданы и отправляться к озеру Молочное, что близ агрогородка Поречье. Здесь, в 30 километрах от города Гродно, в живописном лесу, находится Поречье, один из санаториев ОАО «Белагроздравница». Невозможно перехвалить природные лечебные факторы здравницы. Воздух, лес, вода. Тут все незаметно и эффективно работает на положительные эмоции и самочувствие гостей. Вы сами удивитесь, как легко и свободно дышится в хвойном лесу после шумного мегаполиса. Основное направление у нас изначально было – это заболевания, лечение болезней органов пищеварения. На просторной территории санатория Поречье, равной 10 гектарам, находятся лечебный корпус, спа-комплекс, закрытый бассейн, 3 спальных корпуса, столовая. Инфраструктура, которая нужна для полноценного оздоровления и отдыха. Неспроста санаторию Поречье присвоена первая санитарно-курортная категория. В нашем санатории имеется уникальная природная минеральная вода. Хлоридно-кальциевая натриевая, которая идеально подходит для лечения заболеваний пищеварительного тракта. У нас имеется собственная скважина глубиной 440 метров. Поступает централизованная вода в санаторий, и наши отдыхающие с удовольствием ее употребляют. На нашей воде даже основаны и многочисленные другие процедуры. Минеральную воду применяют не только для питья, но и для бальнеолечения с огромным разнообразием ванн и душей. Доступна колоногидротерапия – процедура мониторной очистки кишечника минеральной водой. Она эффективна при колитах, патологии ЖКТ, синдроме раздраженного кишечника и других недугах. У нас есть привозная лечебная грязь санатория Радона, которая активно используется в комплексном лечении заболеваний органов опорно-двигательного аппарата. Кабинет физиотерапии санатория Поречье оснащен по последнему слову техники. Процедура «Ультразвук» снимает воспалительные процессы, отечность тканей и обезболивает. Десятки недугов не выдерживают испытания магнитотерапией. Для лечения разнообразных заболеваний может применяться поляризованный свет и даже криотерапия – лечение холодом. В санатории востребованы не только света- и теплолечение, применение сухих углекислых ванн, криотерапии, озонотерапии, карбокситерапии. Мамы с детками, состоящими на учете в поликлиниках, приезжают к нам на оздоровление. Ну, это в основном с хронической легочной патологией. Достаточно условий, чтобы оздоровить деток, включая и соляную комнату, и янтарную комнату, которая благотворно влияет на органы дыхания, ну и ряд других процедур. Целебные природные факторы активно используются в кабинетах спелеоклиматотерапии и янтарной аэроионотерапии. Активно делаем и озоновые капельницы, которые чистят сосуды, которые снижают холестерин, нормализуют давление, и результаты есть, что и сахара идут на снижение. Широкий спектр исследований проводится в собственной лаборатории здравницы, оборудованной по последнему слову техники. Процедуры для поддержки сосудов, такие как лимфостим, лимфодренаж конечностей, вакуумная терапия, как восстановление сосудов. Дополнительно назначаем новое направление – талакотерапия. Это гель водорослей наносим на конечности и улучшение микроциркуляции, уменьшение трофики тканей. Расслабиться и восстановить силы можно и в спа-комплексе санатория. Финская, соляная, турецкая и ароматическая бани окунут вас в беззаботный отдых с головой. Любите воду? Почему бы не поплавать в бассейне мимо панорамных окон? А затем можно отправиться в центр красоты, где вам предложат обертывание, маски, кислородотерапию. В санатории созданы условия для комфортного проживания гостей. Круглый год открыты для бронирования 163 полностью оснащенных номера различной комфортности на 294 койко-места. В каждом номере есть балкон, санузел, телевизор, доступ к Wi-Fi. В номере повышенной комфортности две комнаты.
зал и спальня. Таких номеров всего два. Комплектация, холодильник, два телевизора, посуда. Семейный номер, спальня и гостиная. Два телевизора, два санузла. Одна из особенностей санатория Поречье – здесь можно кушать любимые лакомства и при этом поправлять здоровье. В просторном обеденном зале на 336 мест отдыхающим предлагают индивидуальное шестиразовое питание по заказному меню. Есть элементы шведского стола. Отдых в санатории давно не ассоциируется с возрастом и болезнями. Если вы здоровы, вы не заскучаете в Поречье. Здесь вас ждет насыщенная культурная программа, которая учитывает интересы и больших, и маленьких. У нас в санатории ежедневно, каждый вечер проводятся различные мероприятия и для детей, и для взрослых. В первую очередь, конечно же, это танцевальные вечера. Каждый день у нас в нашем новом прекрасном диско-баре проводятся танцевальные вечера и для взрослых, и отдельно детская дискотека для наших юных отдыхающих. Кроме этого, в киноконцертном зале ежедневно проводятся сеансы кино, концерты приезжих артистов, концерты местной самодеятельности. Ну и любимое мероприятие всех наших отдыхающих, естественно, концерт силами самих отдыхающих. Полный зал, аншлаг и прекрасное настроение. На территории здравницы находятся многочисленные зоны отдыха, места для барбекю и даже уличные тренажеры для занятия спортом на свежем воздухе. Для тех же, кто не привык созидать и сидеть на месте, в Поречье есть целый ряд спортивных мастер-классов и турниров. Только в санатории Поречье мы проводим экскурсии по самому нашему населенному пункту. Именно в Поречье была проложена первая железная дорога на территории нашей республики. И вокзал, который находится в Поречье, является первым вокзалом в нашей стране. Неудивительно, что география любителей отдохнуть в Поречье очень широкая. От городов России до стран Европы.